красавица будет девка. Девка будет шикарнючая. Он, ну, посмотри, ну ловит, ну даже не могу ничего сделать. Ну какая реакция у детенка? Детенок, отдай мне. Ну можно, можно как, вот как можно снимать видео с этим ребенком, если он просто ловит муху на раз. Вот. Да. Какая красивая. Давай профиль посмотрим. Стой. Стоять. Профиль смотрим. Молодец. Моя девочка приготовилась, смотрит профиль. Давай. Да, шикарная девка будет. Девка отпадная, хвост длиннючий. Девочка отпадная, хвостик длиннючий. Ну как можно снимать? Вот как можно снимать, если ребенок ловит муху, но я не успеваю даже ничего сделать. Муха не успевает даже взлететь. У кого реакции вообще нет? У мамы или у кошек сильно хорошая реакция? Ой, господи, давай, смотри на меня. Смотри на меня красивая. Смотри на меня красивая. Черная, солидная, красивая девка. Да? Девка красивая. Моя кошечка. Посмотри, какая она будет шикарная. Она будет звезда. Ты будешь звезда? Как на Эрнева, да? Скажи мне, свое имя будет. У меня свое имя. Моя. Ну, классная девка. Девка классная. Ничего не скажешь. Еще раз профиль. Наполненная коробка. Хороший профиль. Все есть. Дитя. И так, и прямо. И прямо, и не прямо. Ну, давай побегаем. Не, ну, бегать нельзя. Никак не получается бегать. Бегать у нас не получается, потому что она, главное, что соображает, что надо, что за проволочкой надо идти. Что муха, это еще не все. Понимаешь? Да, да, давай побегаем. На тебя посмотрели хоть немножко, как ты бегаешь. Какая ты? Да, скажи, я такая охотница. Я скажу, на раз любую муху. Если у вас есть мухи, мыши, я иду к вам. У меня на звезда красава. Ну давай, резкость, где твоя резкость? Все, резкости никакой нету.